Телеканал КРТ представляє. От зараз прийшла черга пана Саакашвілі. Пан Саакашвілі, да, це третє пришестя Саакашвілі на Україну, да. І, чесно кажучи, він ще не отримав ту посаду, на яку його, в принципі, пропонують. Але коли він виходить на ефіри до пана Шустера, то він дуже впевнено говорить стосовно того, що він, таке враження, що він вже має цю посаду. Хоча, причому не просто віце-прем'єра по реформам, а цілого прем'єр-міністра України. Ось так от він як-то розмовляє звичайно на ефірах. А звідки така впевненість? Бо навіть пан Разумков сказав, що навіть проєкту рішення ще немає. Тобто вони на голосування навіть це не ставили. Навіть з Кабінету міністрів вони ще не отримали ніяких пропозицій, щоб поставити їх на голосування. Ну, все просто, это Саакашвили, у него как бы такой темперамент, он всегда таким был, и в принципе ничего нового он про себя не сказал, и то, что он озвучивает по телевизору, он неоднозначно уже говорил, и это по сути все то же самое, и помним, чем это в прошлый раз закончилось, точнее. Тут какой очень важный момент, почему его все еще не назначили, потому что должны были, в принципе, за это все голосовать в пятницу, но решили перенести, потому что к Саакашвили еще присматривается внутри команды Зеленского и, в принципе, в офисе президента, потому что, во-первых, он очень сильно не нравится господину премьер-министру, и он опасается, что Саакашвили будет слишком громкой фигурой, и не будет он на фоне Шмыгаля, а это Шмыгаль будет на фоне Саакашвили, потому что Саакашвили занимает собой все свободное пространство, которое имеется, не знаю, на километр, наверное, от него. Ну, добре, це виникають питання у пана Шмигаля, а у пана Авакова не виникають ніякі питання стосовно кандидатури? Я думаю, что, в принципе, у Авакова-то и не сильно особо как-то возникают вопросы, потому что, какую угрозу для него составляет Саакашвили? Да, в принципе, особо никакую. Ну, просто у Авакова есть выбор между двумя злами, не знаю, как это корректно выразить, между ставленниками Запада, которых понемножечку убирают из команды, и это уже видно и по смене премьер-министра, и некоторых министров, но Саакашвили для команды Зеленского – это человек, которого они могут показывать Западу, мол, человек, который будет заниматься реформами, ведь он ими уже давно занимался, и для Запада Саакашвили вполне себе понятный человек. Вот. А Сарасетню вот эту хотят подзачистить, и, в принципе, я думаю, что Аваков больше будет согласен на Саакашвили, чем на вот эту вот Сарасетню, которая его мочит, продолжает мочить и будет мочить, находясь у власти. Тобто, пан Саакашвили может быть такой альтернативой, да? А потом, в принципе, если и он всех утомит, то его тоже уберут, но стоит помнить опыт предыдущего президента Порошенко, что Саакашвили для него отвернулся не очень хорошей историей. И сейчас к Саакашвили присматривается, насколько он будет сговорчивым, насколько он будет выполнять ту функцию, которую на него возлагают, и самое главное, не будет ли он мешать потом и представлять какой-то угрозы. Ну, я собі уявляю, тобто це якісь такі перемовини перед тим, як прийти безпосередньо на цю посаду. І я думаю, як люба людина, яка хоче отримати роботу, вона приходить на співбесіду і розказує, яка вона чудова, як вона вміє з усіма знаходити спільну мову. Але я хотів би, розумієш, у мене такі асоціації якісь одразу в голові з'являються. От, ну, це ж третій раз пан Саакашвілі приходить до влади в Україні, да, робить такі лавірди нам. Ну, це приблизно те ж саме, як от є розетка, в неї пхають спочатку дві дирочки, спочатку в праву дирочку впихнули проволоку медну, воно вдарило, потім в ліву дирочку знову вдарило, а зараз намагаються одразу дві проволоки засунути одночасно. Невже попереднього досвіду не було достатньо, щоб зрозуміти, хто такий безпосередньо пан Саакашвілі? Тим паче, що я так розумію, Грузія, вона не дуже буде, скажімо так, спокійно спостерігати за тим, що у нас відбувається.
Да, мне, кстати, писали мои знакомые из Грузии, которые, в принципе, находятся близко достаточно к правительству сейчас, и писали, говорят, Лезя, у вас там что, сумасшедшие люди вообще? Что они делают? Зачем они это делают? Просто абсолютно непонятно. Я говорю, ну, понимаете ли, у нас своя, скажем так, политическая целесообразность, и назначение Саакашвили с точки зрения там офиса президента и Зеленского, это не более чем политическая целесообразность, как они думают на данный момент. Я думаю, что они прекрасно осознают ну, как бы все эти моменты, которые были ранее. Никто от Саакашвили не ждет никаких реальных реформ. Конечно же, он зато просто будет очень эффективно отвлекать внимание от всего того, что будет происходить за его спиной. По сути, должность вице-премьер-министра по реформам это абсолютное такое вот публичное единственное что-то. А в принципе на этой должности человек вообще никаких полномочий не имеет. Он может только составлять какие-то планы реформ, которые потом должны будут внедрять в министерство. А контролировать министерство он, по сути, тоже не имеет полномочий. Поэтому вот такой вот замкнутый круг непонятных каких-то функций. Угу.